29 августа на базе школы номер 6 имени Омарова города Каспийска прошла тренировка по отработке комплексного сценария действий работников школы и сотрудников охраны при вооруженном нападении на объекты при обнаружении после нейтрализации нарушителя взрывного устройства. В рамках исполнения поручения Министерства образования и науки Республики Дагестан в Каспийске сегодня организовано проведение учебной тренировки. Вначале мы проведем теоретическую часть, инструктаж руководителей, а затем перейдем к практической части и на действие попробуем отработать алгоритм. В собрании приняли участие руководители общеобразовательных и дошкольных учреждений города Каспийска. Началось учение с теоретической части, где директорам рассказали о главных правилах безопасности. Сегодня мы поговорим о том, и точнее напомним о тех правильных действиях и в таких чрезвычайных ситуациях, как вам правильно ориентироваться. Вскоре после завершения теории организаторы учения перешли ко второй части. Это ликвидация противника. По сценарию сотрудник охраны замечает неизвестного вооруженного гражданина, пытающегося проникнуть на территорию школы через забор. А другой охранник незамедлительно вызывает группу быстрого реагирования ОВО, которая в течение 5 минут обезоруживает преступника. В завершение сотрудники быстрого реагирования из школы номер 6 на примере продемонстрировали применимые действия при обнаружении взрывного устройства.